Всем привет! Новое видео на канале Gadget Mania. Сегодня я поговорю о камерах смартфона Realme X2 Pro. Давайте начинать. Поехали! Итак, собственно, друзья, специально это все снимаю на улице. Снимаю это все на телефон. Снимаю непосредственно на Vivo V17. На основную камеру, без всяких приколюх. В общем-то, в руках у меня Realme X2 Pro, владею уже третьи сутки, пофотографировал, поснимал видео и без всяких предвзятых или непредвзятых, скажем так, штук я расскажу вам, точнее просто покажу, что из себя представляют камеры на Android 9, потому что совсем скоро выйдет 10 Android, вот фронталочка. Специально это все делаю вечером, для того, чтобы вы понимали, то есть те результаты, которые вы сейчас увидите, вы должны понимать, что это все непосредственно плохое время суток, точнее, плохое освещение, темное время суток. В основном мы снимаем, вот сейчас вот изображение у нас идет на непосредственно Google камеру. В основном в нашей стране, вообще в наших странах, которыми мы пользуемся смартфонами, 9 месяцев в году практически всегда, скажем так, пасмурная погода, ничего такого солнечного нет, поэтому всех интересует, как же себя смартфоны ведут непосредственно, ну, можно сказать, ночью, да, то есть в темное время суток. Поэтому поснимал именно сейчас, вечером, и результаты к вашему вниманию. Без всякой постобработки, без всякой покраски, вы напишите в комментариях, что вам больше нравится. Там основная камера и Google камера. Ну, собственно, вот так вот, кстати, пачкается телефон, даже в чехле. В принципе, даже ночью работает у нас распознавание лица через основную камеру. Что сказать, что касаемо результатов, которые мне понравились, я скажу так, что-то нравится на Google камеру, что-то нравится на основную камеру, поэтому, пожалуйста, на ваш суд, смотрите. Запись видео, 4К, 60 кадров в секунду. Соответственно, Realme X2 Pro. Посмотрите. Ну, естественно, стабилизация не работает. Работает на 1080, 60 кадров в секунду. 4К не работает. Могут поправить, сделать ее электронной в новой прошивке. Будем надеяться и верить, что это когда-либо придет. При этом хочу заметить, что микрофоны пишут вроде неплохо. Еще хотелось бы отметить, что это основная камера, то есть, как вам сказать, родная камера, родное приложение. 2x. Это в ходьбе, да? Давайте нацелимся на номер дома. В принципе, можно увидеть. 1x, 2x. 5x. Если с прошивками все это дело будут поправлять, то я считаю, что в принципе то, что пока что я вижу на экране, это более-менее достойный вариант. А теперь тест записи видео с Google камеры, совместимый порт, настройки покажу в отдельном видео. Вроде включил 4К, должно быть. Посмотрим. HDR, все дела. Как оно? Опа! Мне нравится работа автофокуса в этом телефоне. Оно более чем. Если я встану, возьму телефон в две руки и буду вот так вот плавненько делать, аккуратно вести. Естественно, все будет очень плавно. Ветер.
запись фронтальной камеры Realme X2 Pro. Слушайте, ну мне нравится картинка, это Google камера. Очень сносно, в принципе. Сейчас смеркается, то есть вечер, где-то в 7 часов по московскому времени. Посмотрите, как работает у нас баланс белого и HDR. Ровно так, как я это вижу в реальной жизни. Ну и звук, соответственно. Родное приложение камеры. Здесь чуть-чуть все, скажем так, похуже. Но все равно достойное качество, как по мне. Опять же, время суток вечер. Как-то так. Google камера чуть темнее, чем видит глаз, но при этом можно сделать вот так. Можно сделать приближение. Короче, автонастройки. Сейчас здесь главное пройти, не поскользнуться. Ну вот здесь вот вижу я примерно так же. Давайте на кусты, на кусте. Как по мне, так очень даже ничего. Давайте. Ой, не хочет. Слишком темно. В принципе. Ну вот такие вот результаты. Ну а так пишет основная камера. Тут у нас уже все немножко хуже, как я понимаю. Хотя тоже, в принципе, для темного времени суток. Я хочу сказать, что я, в принципе, смотрю на картинку, шумы есть. Но на самом деле не так уж и больше, чем, допустим, на том же iPhone 11. Вот как-то так. Ну а так у нас пишет Google камера на фронталочку. Тут уже да. Тут уже как бы так такое. Темно с каждой секундой становится, минутой все темнее и темнее. Ну... Окей, можно здесь, по-моему, чуть светлее сделать, но все равно такое себе. А это пишет основная камера. Ну, тут как бы еще чуть хуже, да? Что у нас? У нас вот такие вот дела. Все то же время суток, что там во дворе, где совсем, скажем так, темно, это обычный тротуар, соответственно, машины. Может быть, я один из нескольких микрофонов в силу хвата телефона прикрываю, но звук пишется так, как он пишется. Это у нас основная камера, стандартная. В принципе, давайте посмотрим вон там вот на красненькую надпись. Попробуем нацелиться. Попробуем сфокусироваться. На самом деле я и глазом не вижу, а телефоном тем более. При таком освещении.
какие-то вот такие вот результаты. Ну, слушайте, блин. Ну да. Шумит. Ну, а что вы хотели? В принципе, сейчас посмотрим, что покажет нам Google камера. Google камера, блокировка экспозиции. Вроде как блокировка автоэкспозиции. Ну-ка, давай разблокируем. Будешь ли ты светлее? Здесь тоже у нас есть зум. Вот такой вот по зумку. Давайте я остановлюсь и попробую сделать фото. 2.4 зум был. В общем и целом, небо я вижу чуть темнее. Здесь все-таки алгоритмы Google нам показывают такое немножко фиолетовое. Как бы, ну, все на ваш суд, друзья. Я показываю так, как оно есть. Какие-то фотографии мне нравятся больше с основной фотографии, с основной камеры, какие-то с Google. Неплохо бацает ночной режим встроенный. Астрофотография от Гугла тоже есть, но там выдержку он автоматом ставит, все зависит от освещения. Иногда там полминуты, то есть с рук это сфоткать вообще практически невозможно. Ну а так пишет у нас видео фронталочка GCam. Посмотрел я настройки, какие у нас New Nature Rolls. Это можно, в принципе, менять, играться. И при этом будет разный результат. В общем и целом, как-то так. А это у нас основная камера, фронталочка, запись видео, но тут я подошел в силу того, что я иду, я подошел к более-менее каким-то, хоть каким-то источникам освещения в виде уличных фонарей, и получаю именно то, что получаю. Специально вышел вечером, потому что днем фотографии получаются отлично. Если нужен подробный обзор фотографий днем, пишите, сделаю фото, видео. Но опять же, смотрите, друзья, я вот скидываю все как есть, да, как вы будете видеть, это все с экранов своих телефонов. Я не думаю, что вы на компьютере это будете просматривать. Как-то так. Ну и, друзья, спасибо большое, что посмотрели. Я надеюсь, вы что-то написали. Очень важно сейчас поставить колокольчик, потому что про этот телефон я буду снимать много. И следующее видео будет о том, как же все-таки установить сюда Google камеру, какой мод установить, чтобы совместима была астросъемка, чтобы можно было загружать непосредственно пресеты, настройки камеры. Все будет в отдельном видео. Я надеюсь, вы поставили колокольчик, обязательно все уведомления, это очень важно для канала. Это как
средство меня, скажем так, отблагодарить, просто нажать лайк или дизлайк, как вам больше нравится, и нажать все-таки этот злосчастный колокольчик, потому что алгоритмы YouTube в последнее время, они и так-то не особо работают, да, но в последнее время они вообще плохие. Для того, чтобы все было хорошо, надо все-таки сделать это, если вы еще не сделали, а если сделали, то проконтролировать, что он у вас нажат. Большое спасибо, что посмотрели данное видео. Если есть какие-то пожелания, замечания, пишите в комментариях. Пишите Дональд Дак, если досмотрели до этого момента. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока.